профориентации все возрасты покорны. Найти себя в новой специальности может не только молодежь, но и взрослые. Об этом шла речь на пресс-конференции с начальником управления областного департамента труда. Вадим Самсонов отметил, что реализуется несколько проектов. Среди традиционных форм использовали относительно новые. Например, джоб-кафе. В рамках этого проекта провели около 100 мероприятий. В этом году профессионально сориентировали больше 30 тысяч человек. Мы не учим ради того, чтобы учить. Мы уже видим результат, и цель такая. Если после профобучения человек придет, и у нас будет возможность предложить ему несколько вариантов трудоустройства конкретного, вот это, на это и направлена. Вот это вся такая большая работа, непростая, поверьте мне.